Начались активные действия сейчас на Майдане. Если вы видите, снова началась стрельба, стараются залить, если вы видите бронзбойным, стараются залить водой огонь, ребята бросают камни. Ну, снова начались активные действия. Будьте, пожалуйста, внимательны. Там опускается, уже как сказал Сергей, наша Беркутня. И всякое бывает здесь. Вот, будьте видите, что сейчас происходит? Что вас стреляют, снова бросают гранаты. Я знаю, что сейчас на Майдане очень много белорусов, да. Я тоже веду, что на Майдане с Белоруссией очень много. У нас есть Андрей Белорус, который стримит. Я считаю, что он понесет потом вирус свободы в Белоруссию, потому что следующая будет Белоруссия и Россия. Лично у меня нет сомнения, что мы победим, потому что... Человек, который я простояла здесь с 21 ноября, я могла наблюдать, что здесь происходит. Я прекрасно ориентируюсь, какой дух здесь на Майдане есть. Я уже могу ответить как политический психолог. Процессы, которые здесь происходят, я вам хочу сказать, что это просто так не закончится.